теплой атмосфере выставочного зала историко-культурного центра состоялось награждение работников Видновской городской прокуратуры. Глава района, поздравляя сотрудников государственной службы с их профессиональным праздником, отметил, что не случайно и сегодня, как и в петровские времена, прокуратуру называют «государевым оком». Работники Видновской прокуратуры сохраняют и умножают традиции честного служения Отечеству, обеспечивают в Ленинском районе соблюдение законности и правопорядка. Цветы, памятные подарки и грамоты в этот день были вручены сотрудникам Видновской прокуратуры. Алексей Красинский, помощник городского прокурора, с детства мечтал стоять на страже закона. Я занимаюсь непосредственно жилищными, земельными, трудовыми отношениями, вопросами, связанными с реализацией приоритетных национальных проектов на территории Ленинского района. В данной профессии есть очень большие сложности. В том плане, что приходится не считаться с личным временем, она отнимает большую часть личной жизни, приходится работать и в выходные, и в праздничные дни. Прокуратура всегда была и сейчас является важнейшей частью правоохранительной системы, надежной защиты прав и свобод человека, говорили выступающие на мероприятии. Много теплых слов было сказано в адрес ветеранов этой службы. Людмила Туманова в органах прокуратуры отработала четверть века, считая честность и порядочность основными качествами человека, выбравшего эту профессию. Я всегда с детства мечтала быть юристом, стоять на страже интересов государства и населения, народа, общества. Мне хотелось всегда защищать вот именно законные интересы человека и гражданина. У нас в Ленинском районе сотрудники прокуратуры высокопрофессиональны, и их многолетний опыт службы этому является доказательством. Роза Иманкулова, которая посвятила работе в органах прокуратуры более 30 лет, в свои 80 с лишним, и сейчас является юрисконсультом в районе. Всегда являюсь своего рода классом, одним из самых интеллигентных в обществе, интеллигентный слой. Потому что в силу своего образования, в силу тех вопросов, которые приходится решать, юристу приходится знакомиться, прокурору приходится знакомиться с разными сторонами жизни, с разными сторонами бытия. Сегодняшний день требует от работников прокуратуры высочайшего профессионализма, что в своей работе и доказывают сотрудники Видновской городской прокуратуры. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.